Вітайте нашу ранкову гостю. Це Світлана Соловей, тренер з розвитку пам'яті, уваги та швидкочитання. Тепер так вас можемо представляти. Можна і так. Світлана, ну дійсно, кажуть, що швидкочитання – це метод, який допоможе економити наш час. Я щойно привела цікаві факти, і вони дійсно були, і вони доведені. Є. Можна навчитися швидко читати. Як і що це за методика? Ну, скорочтение, вообще, это такая методика, которая позволяет быстро воспринимать текстовую информацию. Благодаря специальным методам и приемам. И здесь ключевое слово именно воспринимать. Потому что не нужно путать с техникой чтения, к которой мы привыкли в школе. Uh-huh. Да, что там главные критерии были, естественно, скорость, но при этом еще выразительное чтение и правильное проговаривание слов. Але коли потім просили переказати, то да. Ми цього зробити не могли. Пониманием здесь уже немножко были другие uh-huh. проблемы. Действительно, получается, что среднестатистический человек читает со скоростью да, вот от 120 до 180 слов в минуту. Опять же, это уровень 4 класса. То есть вот как мы закончили технику чтения, mm-hmm. больше требований к нам не предъявляли, поэтому отпала необходимость учиться дальше и развиваться. И, естественно, восприятие где-то да, на уровне 52-60% приходится перечитывать. И это уже входит в сталую такую привычку, когда мы перечитываем для того, чтобы понять. Скорочтение позволяет повысить скорость да, от 3 и выше, в 3 выше раз, при этом запоминаемость будет от 80 до 95 даже процентов, в зависимости от того, какой у вас объем памяти, насколько вы готовы быстро и четко, ясно воспринимать информацию. Як запам'ятовувати інформацію, ми вже навчилися, говорили про це. І этот метод предполагает немножечко другой подход. То есть это возможность предугадывать, это возможность структурировать информацию, ну, естественно, и быстро запоминать. Поэтому не рекомендуется заниматься скорочтением детям до 11 лет. Почему? Потому что они еще не готовы обобщать информацию и выделять главное в ней. Угу. В принципе, взрослые тоже не всегда это умеют делать, как я сталкивалась. Только подумала. Да, на практике. Это такая проблема, нас этому не учили просто в школе. Но опять же, перед нами открыты все дороги, главное, лишь бы было желание. Для чего можно использовать методы скорочтения? Естественно, это в деловой сфере, то есть когда перед вами стоит задача прочитывать очень много, причем каждый день. Особенно для людей высокого класса специалистов, которые постоянно следят за новинками, а они появляются просто со скоростью водопада, падают нам на голову. Поэтому этот навык здесь необходим. И, естественно, самым важным является этот навык для учеников. Почему? Потому что нужно обрабатывать информацию, ее очень много, и родители, к сожалению, очень мало заботятся о качестве получаемых знаний. То есть мы все привыкли бежать за какими-то тенденциями, трендами, о том, что я хочу, чтобы мой ребенок учился в самой лучшей школе, я хочу самый лучший институт и так далее. Что він має на выходе? Да, родители не задумываются о том, что ребенок оттуда вынесет. И скорочтение – это базовый навык. То есть чем быстрее будет читать ребенок, тем больше он будет обрабатывать информации, тем ему будет легче учиться, он будет замотивирован и тем успешнее он будет в будущем. Нас не принято думать аж на потом. И романы «Мастер и Маргарита», «Война и мир» сдаются не такими уже величезными, не такими страшными. И по поводу художественной литературы. Тоже вот такое мнение, очень часто меня спрашивают, а как же читать вот скорочтением художественную литературу, когда мне хочется вот насладиться словом автора. Да, многие читают сейчас блогеров известных, то есть им нравится само слово, само его выражение. Поэтому совершенно спокойно наслаждайтесь, снижайте скорость и наслаждайтесь. То есть используйте там, где это нужно использовать. Ми, дорослі, можемо опанувати ще цю методику? Це хороший вопрос. Дорослі можемо. Но какой здесь момент возникает? Что чем старше человек, тем более уже въевшиеся привычки. Дело в том, что скорочтение – это замена стереотипов, это становление на новые рельсы, это полностью разворачивание сознания. И взрослому человеку зачастую очень тяжело поменять свои привычки. Поэтому и скорочтение могут овладеть не все, потому что не хватает мотивации, не хватает самосознания, и кажется процесс очень сложным. Напротив, детям
чем младше ребенок, ну, то есть от 11 uh-huh. лет, чем младше ребенок, тем ему легче, потому что он привык вообще находиться в процессе образования. Поэтому образовывается он в скорости, образовывается он в физике, для него не имеет значения. Просто так надо, и он так делает. У него нет внутреннего противоречия. Поэтому чем раньше, тем лучше. Но для взрослых тоже можно. Здесь только два фактора – желание и вера в то, что получится результат. По желанию мы определились, потому что когда кипа лежит, да, гора неразобранной литературы, осталось только поверить в себя, промотивировать, отбросить сомнения, потому что на первых порах, возможно, процесс не очень легкий. Это не для ленивых, я вам так скажу. Это не волшебная таблетка. Это не магазин на диване, купил волшебные шорты, лежишь, кушаешь mm-hmm. чипсы и при этом худеешь. Нет, везде нужно прикладывать свои усилия, свой труд. Сколько часу нам да, требует всего лишь это мастерство. То есть, если вы хотите, в любом случае будут сподвижки и результаты будут сразу. Уже даже буквально после первого занятия, то есть что-то начнет сдвигаться. Но для того, чтобы полностью овладеть методом, ну, хотя бы на среднем уровне, достаточно 3-4 недель. Это mm-hmm. связано, естественно, с нашими нейронами, с нашими связями и, естественно, их новыми образованиями. Потому что мозг – это, в принципе, та же мышца. Нам нужно ее натренировать для того, чтобы потом совершенно спокойно, не задумываясь, пользоваться этой методикой. Які прийоми є у цієї методики? Mm-hmm. Розкрийте якісь певні секрети. Розкрою секрети, ніяких секретів особливо нет. Опять же, когда мы хотим вылечить пациента, мы должны разобраться в причинах его заболевания. То есть секреты и приемы, по сути, кроются в причинах, почему мы не читаем быстро. Мы можем, почему мы не делаем этого. И первая причина, на самом деле, это проговаривание элементарное. Некоторые ведут внутренний монолог, а некоторые прям губами шевелят. Дело в том, что наш речевой аппарат мы можем за минуту воспроизводить вот приблизительно 120-180 mm-hmm. слов. То есть мы, по сути, себя ограничим, просто потому что мы проговариваем. Задача какая? Тренера по скорочтению. То есть научить человека показать, что он, его мозг может сразу напрямую через глаза воспринимать информацию без проговаривания. Могу даже такой маленький секретик подсказать, он подойдет для любого возраста. Самый простой, самый элементарный, если вы шевелите губами или двигается язык во время чтения. То есть можно просто читать, заложив карандашик, зажав его губами. Угу. И все. И читать до того момента, пока вот постепенно не исчезнет этот эффект. Второе – это регрессия. Регрессия – это возврат к прочитанному. То есть с учетом, что мы понимание на 50%, естественно, мы перечитываем, возвращаемся, мы не понимаем. Это привычка сформированная, ее надо в корне менять и давать такую установку, что я не возвращаюсь. То есть это как выбросить человека из лодки, у него нет другой причины mm-hmm. не научиться плавать. То есть здесь точно так же, я даю установку, я не возвращаюсь. Действительно, при скорочтении тоже, возможно, вылетают какие-то, особенно при учении, пока процесс обучения идет, какие-то блоки могут вылетать, ничего страшного. Прочитываем весь текст, потом лучше вернуться к тому кусочку, что мы недопоняли. И зачастую мы не возвращаемся. Почему? Потому что дальше идет описание, все равно мы поймем, о чем речь. Это в 90% случаев. Але ми не упустимо важливих деталей, якого там кольору були в нього чоботи, або з якого матеріалу була виготовлена його чашка. Якщо ця інформація для нас важна, uh-huh. тому що перед кожним читанням ми повинні ставити собі ціль, для чого ми взагалі хочемо, для чого нам цей матеріал. Тому що є привичка нахвататися модних книг, і вони всі лежать. Uh-huh. Ми їх не читаємо, тому що завжди є відговорка «нет времени», а по суті нет желания, тому що вот эти регресії, возвращення, то есть це все медленний процес, а їх все больше, а хочется еще больше, а потом уже они устаревают, mm-hmm. эти книги. Перед тем, как покупать книгу, всегда определяйтесь, с какой целью вы ее покупаете. Потому что чтение, быстрое чтение нам нужно для того, чтобы, ну, во-первых, быстро прочитать материал, для того, чтобы его понимать, для того, чтобы его запоминать, и для того, чтобы его использовать в жизни. То есть все, что мы не используем в ближайшее время, есть такое 72 часа, если мы не начинаем это использовать, к сожалению, мы теряем этот навык и теряем время, которое мы потратили на изучение этого материала. Вернусь еще к некоторым способам, которые помогут нам в борьбе с медленным чтением. Итак, еще тоже очень важный способ, преграда важная, это узкое поле зрения.
узкое поле зрения, оно напрямую связано с фиксациями на строчке. Среднестатистически это 4-5 фиксаций. Остановок. Угу. То есть мы постоянно останавливаемся, читаем по словам. Благодаря навыкам использования таблицы Шульте, к примеру, которая дает хорошее расширение периферического зрения, мы можем делать уже 1-2 фиксации на строчке. Мало того, мы можем видеть не одну строчку, а 2 или 3 строчки. И читать уже не словами, а схватывать предложение целиком. Процесс заметно ускоряется. Четвертое – это внимание, которое зачастую нам не хватает. И очень тяжело иногда бывает читать, потому что нас что-то отвлекает. Благодаря тренировкам по скорочтению мы тренируемся полностью погружаться в процесс, когда ничего не может нас отвлечь, и работать нужно, это было на нашей прошлой встрече, когда я рассказывала по вниманию, не стоит переусердствовать, работать нужно в коротенькие периоды, то есть определяем количество, которое мы можем прочитать за 20 минут, читаем его углубленно, не отвлекаясь ни на что, и потом... Естественно, анализируем то, что мы прочитали. Ну, способов еще и методов много, к сожалению, да. Обмежені так ефірним часом, але ці способи і методи ви можете легко вивчити, відвідавши відповідні курси, так? Да, і хотіла добавити то, що самому обучитися немножко проблематично, тому що, ну, нужен определенный человек, не могу даже сказать, что тренера, как ментор, который будет наблюдать за процессом и контролировать тебя на каждой точке, потому что, научаясь, человек постоянно находится в сомнениях, а правильно он все делает. Потому что не с первого раза всегда все получается так, как хотелось бы. Но получится. Главное, еще раз говорю, отключить эмоции и просто делать, и ваш будет ждать успех. Ну и два фактора, да. Про які ви казали, да. Бажання, да. И все у вас вийде. И хочу пожелать нашим слушателям, чтобы вы задумались над тем, что чем медленнее вы читаете, тем дальше вы от успешных людей и богатых. Задумайтесь. А мы же не хотим быть далеко. Хочем быть близко. Тому, будь ласка, если хотите научиться швидко все запам'ятовувати, зосереджувати, концентрувати увагу на потрібному и швидко читати, тренинговый центр Світлани Соловей вас научить, как это делать. Світлана, спасибо вам величезно за цю ранкову зустріч. Знаю, что уже первые учні чекають на вас, маємо вас відпускати, але кажемо, до нових зустрічей в ранковій студії. Ну, а ми крокуємо далі.